Останки еще 11 солдат, которые сгинули без весток у 1941 году, нашли активисты клуба «Викру» и отказные 52-го специализированного батальона. Нашли и 5 медальонов, они отправлены на экспертизу. Нагадаем, что 3 дня тому пошуковый отряд начал раскопки на кукурузном поле неподалек от вёски Благовичи Шавовского района. В вынику этих работ у 4 местах у радиусе 1 километра знайдены останки 20 червоноармейцев, причем с полной экипировкой. Такое встречается довольно редко. Нагадаем, на початку войны тут отбылся жорсткий бой с немецкими захопниками. Тогда дробными группами на усход пробивались с окружением Могилёва 9 тысяч бойцов. По схеме, якая знайдена у Центральном архиве Министерства обороны России, у этого места есть так званая сенажная яма, где закопали около 1000 солдат. И она покуль не знайдена, раскопки протягиваются.